В следующем году Роскосмос планирует 2 запуска ракеты. Об этом сообщил сегодня на итоговом совещании министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев. Подводя итоги года, он также отметил, что общественность Якутии очень тесно начала взаимодействовать с природоохранными органами. В частности, при контроле над проектами, которые реализуются в западной и южной части республики. Среди важных задач, стоящих сегодня перед регионом, министр назвал необходимость решения вопроса по обращению с отходами. Ну, серьезные вопросы все-таки ожидают по переходу на новую систему обращения с отходами. Это новинка для всех субъектов Российской Федерации, Республики Саха-Якутия. Это вопросы нормирования, контроля, проектирования, строительства вот, перерабатывающих новых комплексов. Мы еще не знаем, какой оператор придет по обращению с отходами. Большие работы ожидают по проектированию новых природных парков в Республике Саха-Якутия. Ну и будем совершенствовать взаимоотношения по ракетно-космической деятельности, по взаимоотношениям с Роскосмосом. Они все-таки планируют в 2017 году совершить 2 запуска.